Жители Тюмени с нетерпением ждут третьего этапа снятия ограничений, в частности, открытия кафе и ресторанов. Их владельцы отмечают, выручка упала на 90%. Как переживает непростые времена тюменский общепит, расскажет Анастасия Нахрачева. Уже третий месяц боулинг в ресторане «Тишина». До пандемии здесь отдыхали до 25 тысяч человек в месяц. У Артема Рахмеева два подобных заведения. Они находятся в торговых центрах. От формата доставки бизнесмен отказался. Экономически невыгодно. Бизнес полностью поставлен на стоп. Самая большая трудность – выплата зарплат сотрудникам. В команде более 100 человек. За март и апрель они получили деньги из резервных средств, которых больше не осталось. В мае какие-то минимальные выплаты тоже сделаем. И все ребята идут в отпуск. Ну, все написали заявление, все прекрасно понимают, что происходит. Мы постарались найти варианты, куда можно ребятам пойти подработать на время пандемии. Многие, знаю, что устроились. Все надеются, что скоро это закончится, и мы наконец-то встретимся. Сохранили все рабочие места и в этом ресторане. До пандемии заведение не работало в формате доставки. Владельцам пришлось оперативно создавать сайт. Не так давно сделали специальное окно для продажи кофе на вынос. Но, несмотря на все усилия, выручка упала на 90%. Заработанных денег еле хватает на оплату коммунальных услуг и зарплаты сотрудникам. Примерно половина выручки в ресторане – это продажа алкоголя. Нам на вынос и с доставкой алкоголь продавать нельзя. Ну, такая лицензия. Вот. А от заказов еды, понятное дело, что есть блюда доставляемые, есть блюда недоставляемые. Ну, например, строганину мы никому не можем увезти, потому что она по дороге растает. Конечно, выросли продажи пиццы. А это ресторан сербской кухни. Его владелец уже готов работать по новым санитарным требованиям. А пока, как и многие, трудится в формате доставки. Комиссия у крупных агрегаторов 35% от заказа, поэтому еду развозят официанты. Я не имел права, значит, прощаться с сербами-официантами, потому как это очень трудно создавалось, значит, трудоемко, и мне очень важны мои коллеги. Особенно тяжело начинающим предпринимателям. Ксения Игнатова открыла кофейню в центре города 1,5 года назад. Сейчас продают кофе на вынос. В день в среднем бывает 20-30 заказов. Денег катастрофически не хватает. Появились долги по аренде и перед поставщиками. Мне пришло 12 тысяч на ИП. Ну да, какие-то деньги нам пришли. Но так, чтобы я пришла и получила займ, мы не можем получить займ, потому что я не похожу по возрасту где-то, где-то по каким-то условиям, ни один банк. Ничего никто не дает. Убытки зашкаливают у всего тюменского общепита. По прогнозам экспертов, от 30 до 50% заведений закроются до конца года. Ресторанная сфера – вещь очень тонкая, и иметь финансовую подушку на критический случай достаточно сложно. И никто не планировал, что этот случай будет таким продолжительным. Поэтому вот что имеем, то имеем. Даже крупные сети ресторанные нашего региона не все вынесли эту ситуацию. Чтобы поддержать бизнес, в стране разработали целый ряд мер. Однако встать на ноги сегодня заведениям помогут только посетители. Но будут ли тюменцы, как и раньше, ходить по кафе и ресторанам – вопрос. Анастасия Нахрачева, Евгений Проскуряков, Тюменская служба новостей. Добавлю, накануне Роспотребнадзор обновил рекомендации для работы предприятий общепита во время пандемии коронавируса. Так, согласно документу, для всех сотрудников в начале рабочего дня организуют входной фильтр. Это измерение температуры и уточнение самочувствия. Персонал кафе и ресторанов обязан быть в масках. Их нужно менять каждые 3 часа. На входе для посетителей должны установить дозаторы с антисептиками. Столики разместят на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. Повышенные требования к посуде. На ней не должно быть сколов и трещин. Мыть столовые приборы и посуду ведомство рекомендует в посудомоечной машине с дезинфицирующим эффектом. Отмечу, что решение об открытии заведения общепита принимают власти региона.